Всем привет! В эфире долгожданный третий выпуск шоу. И первым, кто откроет его, стала группа «Вне зоны». Ее солист с известным хитом «На родину я еду к корешам». Смотрим его клип «Геймер». Вы только посмотрите, там деревня горит, он тут выплясывает. Охерительно! Эта песня ни о чем. Попробуйте уловить ее смысл в припеве. Это медленный яд, очень медленный яд. Он крутит время назад, назад. Таинственный яд и в тебе, и во мне. И все мы живем как во сне. Смысл поняли? Вот и я не понял. Ну и короче, после его усасывает в межгалактическую дыру планета Амигон. Не сомкнет он всю ночь напролет, дымится в процессах сведях. Играть надо меньше, чтобы ничего не сгорело. У меня тоже как-то раз загорело в сведях, так я потом без компа, блядь, 3 месяца сидел. Дальше. Здравствуйте. С вами звезда Богдан Ломов. Кто? С вами звезда Богдан Ломов. Еще раз? С вами звезда Богдан Ломов. И что ж ты нам приготовил? И эту песню я посвящаю Сергею Кравченко. Не, ну круто, пацану посвящают песню. Это просто классно, охерительное начало, ребят. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, есть правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, есть правила одни. Обратите внимание вот на эти движения, ему только работать дирижером. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Игрушками, связываясь с ними, это не игрушки. Но мушки, кажется, ты в один миг. Чик-чик, да выстрела. Чик-чик, да что он такой прихаус, что его так прет. Блять, может мне посоветует. И у меня обзоры лучше может будут. Теперь все его завывания просто в кучу, вот вместе, вообще класс. Я играю в игру, она моя, она мне принадлежит. И таким же, как я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, летай. Чувака просто за душу берет эта песня. Жизнь это тоже игра. Если ты упал, встань и иди. Интересно, Баст слышал это? А теперь раскрытие души, всплеск эмоций и просто пиздец. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, без правил одни и цель одна. С вами было развлекательное шоу в хип-хопе. Смотрите нас ВКонтакте, на Ютубе и на Спасибо, Ева. Пока! Это как в Максиме такая же хуйня. Не важно. А, припили. Блять, где? А теперь раскрытие души, всплеск эмоций. Нет, ты знаешь, как с интонациями, типа. А теперь раскрытие души, всплеск эмоций. И просто пиздец. Нет, это и просто. Пока. Можно даже все.